В столице Грузии опасаются транспортного коллапса уже во второй раз. За год машинисты метро устроили забастовку. С утра закрыты все станции метрополитена. Главное требование бастующих – прежнее повышение заработной платы. Сотни жителей Тбилиси приехали на работу с большим опозданием. Причина у всех уважительная. Все 23 станции тбилисского метрополитена с утра оказались закрытыми. Повысить зарплату на 45%. С таким требованием грузинские машинисты устроили забастовку. Наше главное требование – получить достойную и справедливую заработную плату. Эти процессы начались еще в 2016 году. Вы помните, что и тогда мы бастовали с требованием повышения зарплаты, но сдали позиции после того, как в мэрии нас уверили, что нет ресурса для удовлетворения наших требований. Мы проводили консультационные встречи, но все безрезультатно. Поэтому и сегодня мы вынуждены напомнить о себе и о наших потребностях. Всего в тбилисской транспортной компании работают 240 машинистов метро. Их почасовая зарплата составляет всего порядка $3 США. Тариф машиниста составляет 7 лари в час. Мы требуем поднять до 10 лари. Метрополитен откроется лишь тогда, когда выполнят наши требования. То, что сегодня станции метро не работают и не служат перевозке пассажиров, столичный градоначальник расценил как шантаж в отношении собственных сограждан. По его мнению, повышение зарплаты работникам метрополитена несправедливо по отношению к сотрудникам других служб. Об этом Каладзе заявил на чрезвычайном брифинге. Я как мэр Тбилиси, который подотчетен перед более чем 24 тысячами сотрудниками муниципалитета и 1,5 миллионами жителей столицы, с полной ответственностью заявляю, что не допущу, чтобы население Тбилиси понесло убытки из-за шантажа и неясного, совершенно необоснованного ультиматума. Недопустимо, чтобы на основании шантажа мэрия принимала несправедливые и неравные решения. В противном случае я не буду прав перед педагогами детских садов, сотрудниками бригад скорой помощи, сотрудниками службы очистки или представителями других структур, которые в течение 24 часов достойно служат, заботятся о Тбилиси и его жителях. Тбилисское метро ежедневно обслуживает свыше 300 тысяч жителей Тбилиси. Занимает первое место по популярности среди средств передвижения. С целью улучшения и облегчения передвижения пассажиров, тбилисская мэрия добавила 2 новых временных маршрута автобусов. По решению мэра Тбилиси Кахикаладзе, во избежание транспортного коллапса, на время забастовок муниципальные автобусы будут обслуживать население бесплатно. Тайтеджани Бегашвили, Шалва Сура Мелашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.